Давай, на ходу и башим. Чё они стоят, блин? Экономим время. 2 секунды до лужи. Так. Толстого осторожно, пока я собака уйдет сейчас. Так, сюда пока не заходите, мелкие бейте. Ладно, похуй, давай тогда собаку разъебем. Только мы ее поведем. Спускайтесь обратно по ступенькам. Сейчас толстый придет. Спускаемся, чтобы толстый на нас не сагрился. Вот сюда спускайтесь. Вот здесь на середине ступенек примерно будем бить. Готовьтесь прохиливать. Первую незыбку я дам на истребление, на второе там вилаш этаж. На кровь. Кровь. Ой, я незыбку, кстати, не дал. Кровь никому не надо. Стухлого. Мне нужна только одна. Какая тебе нужна? Сейчас посмотрю. Кто? С беломордом у меня есть. А кто это? Это железный билд. Угу. Ну, если есть кто-то приоритетнее, соответственно. Там тоже твинк, наверное. Мейн. Просто я так одет. Давно пришел он, вот буквально вчера, позавчера, тоже с нашей гильдии человечек. Резайте людей, пока ничего не агрим. Ну тогда не заходи, потом в другой раз заберешь что, спеху что ли. Резайте, вы там резать будете, нет? Вон челики на лестнице лежат, резайте их. Без квеста вроде нет. Долго что-то резать, не знаю. Так это 2 хила в ДД были. Ничего он там не поднялся. Их ДПС вычитаешь и будет как раз 300к. Тут новые люди, которых не знаю сколько они давали. Вот. Так, ну-ка давай скрин откроем. Вот, Сурок. Вот этот маг дохуя дает. Я думал, он меньше 2 соски будет давать. Киса 16, Элем 13 вообще, но стресс 12. Вот Титикака на стресс, у нас вагоны, железный тоже 13. Да, это как-то апать. Ну это если Герри имеется в виду, для обычки хватает нормально. Да, можно вармса, может там больше будет давать. Хотя сейчас фурики вроде как нормально дают. Ловушки смотрели? Нет еще. Да, ничего, так, да. Да, так,
Что ты, наушники померил, ладно? Наушники померил, ладно? Где мы? Ты там пиздишь? Не даю. Биг дэмэдж. Когда ты сюда открыл. Бань. Ресенти. А где этот шаман валяется? Да его два раза уже поднимали, или три, блядь, он не встает что-то. Там шаман писал, что отойдет куда-то на пару минут. Бафы слетели, ребят. Дайте, пожалуйста, ремонт. Бафы? Рыбку там вся хуйня. Там другой шаман там. Этот просто исчез куда-то. Я понял, что ты рассказывал. Короче, я муту ебу, да. Пока что, блядь. То он хуй слышит. Ну в 4 бьем, хули. Рыбу поставьте, парни, бафы слетели. Фавайте. Престо баф. Раз, два, три. Там уже после этой гнили будешь забирать. А тут когда Гера будет? Давайте сейчас, похуй. Короче, я споры не ставил, куда сноситься. В три точки вот сниситесь и одну под босса. Сами сбегайте там без меток, вот вот так примерно, нормально. Так, сейчас хилы посильнее прохиливайте, вас четверо, без рашама, не уроните никого. Сейчас по рейду уже меньше дамага пойдет. Одну под босса, одну туда, одну сюда. Так, спора на мне, остальные, значит, кто там? Выбеги из-под босса, кто там, милик, ага. Давай на Венмас сокру. И захиливаем. Все, можешь забирать. Все, Вилашу хильте. Зачем вы выносите уже взрыв? Уже ничего не надо, просто бейте и все.
сразу бегите на следующего. Там шкаф поставить. Пока эту хуйню всю раздам. Так, кровь с железному, значит. Так, а чё и Вилаша пишет? Тебе кровь нужна? Вилаша, прием. Да-да-да. Так железному или тебе отдавать? Если ему надо, отдайте ему. Ему это кому? Да мы друг другу можем уступать. Если у него мейн, и он выдает больше, и ему будет профитней, то, соответственно, отдайте ему. Он пока в танке. У тебя, получается, ну, сейчас это... вот эту я отдам, у тебя две крови есть. Да. Так, где ты там, блядь? Отдалась? Спасибо, да. Так, топовые тапки. Ну чё там, где ставки? Маги? Маги там кто? Локи. 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 У меня зэшки такие же. Так. Притон нажал 50%. У тебя тапки 251, меткость крит. Ты тут нажал 100%. У него 45-е тапки, меткость крит. Притон. Пускай забирайтесь на... Ну, мне да, мне надо очень. У меня бесслист. Да. Это кому? Это кому? Это ты тут. Просто ты нажал 100, он 50. Ну, кто 100 нажал, наверное, так и отдам. Вот это параша надо кому-то пояс. Беспонтовый. Так, рарнику закинул. Дайте шкаф. Да, и мне уже сумон давайте. Штаны. Духаст. Кожаные. Тоже рарнику. Все, можете сумонить. Вилаша на слизнях. Че там, сумонете? Раз, два, три. Так, это мы квест, значит, делаем на эту, как она называется, на чумку. Зеленый дебаф там кто-то должен словить, чтобы красный и зеленый на вас был. Сейчас я сам, наверное, подъебал, попробую подойти. Точно было. Что-то непонятно, ловит он, нет? Или это, может, в лужу надо заходить? Ну, и Вилаш уже есть еще из Дотба. Есть, есть. У много кого уже есть. Фанта тоже есть. Так, сдавать побежим после профа. Сначала на профа идем.
А если мы умрем, мы что, не зайдем? Да, точно, кстати, я забыл. Да, тогда сдавать. Нихуя я уверенный, да? Да, кто знает, что может произойти. Вдруг на красном... А я бы рискнул на самом деле, меньше слакали. Ну, так-то да, но бывает такое, знаешь, человек интернет вылетел, и красный на него доходит, и все, и вайп. Как бы не угадаешь, лучше перестраховаться. Давай лучше сдадим квест тогда. Я забыл про эту хуйню, что если спадет дебаф, то квест провалится. Его. Ладно. Ну-ка. Так. Саван. Развивающийся. Ух ты. Да ебаная параша. Блять, вот как меня бесит эта хуйня. Вот кто знает, как убрать ебучие вот эти таблички, нахуй. ОД, нахуй, которые я отмена нажимаю. Я прям... Жопа горит с этой хуйни. Какой дурак это сделал, блядь. За ОД, сука, АГП начисляли. Это же бред. Так, Титикака. Я понял. 200 тогда. Так, на плечи. Чё это вообще такое? Крит скорость. На ханта, на энха. Распыл рарнику получается. Дальше. Кровь, значит, раз у того уже две крови есть, значит, ты вилаши, правильно? У меня эта кровь тоже есть. Блять, нихуя вы, братья акробатия. Да выкинь ее. Ну, выкинуть. Лучше две, две крови сразу брать, чем по одной. Не могу выкинуть. Выкинь ее. Хорош. Так я на сову полетел. Я говорю, лучше брать две крови сразу, чем он, по одной. Он ее выкинет, я ему эту дам, у него один хуй опять отдам будет. Сука. Титикака шкаф разбил. Поставьте здесь шкаф. Так, шкаф возле квеста. Да. Шкаф. И другой шкаф. И другой лог, если кто знал, уже сразу на профа и туда шкаф тоже. И вообще заебись будет. И кто-то уже бегите, кто сдал сюда, к профу. Тык. Так, и теперь уже к профу сумоньте всех. А там уже ивент надо пройти. Да. О, зеленый камень выпал, заебись. Минуту буквально релогнусь. У меня какая-то. Так, Авилаш, ты сидел в кукле? Да. Ага. Знаю, что делать. Блять. А, бафы спали, да? Ну, как всегда. Хуйню сделали, блять. Ну, пока юзили, вот и сделали, блять. Ну, это сделали как понос. Кто богоюзил? Мы-то ничего не богоюзили. Так... Мы-то нет, так и решается-то это не только нами, правильно? Сука. Вот тех бы, кто, сука, богоюзил, их бы, сука, и понерфили бы, блядь. Или удалили вообще имперсов, нахуй, чтобы богоюзить, блядь, отпало желание, сука. Как вон это, РМТ-шеров ебашит. Там, за пятерку, типа, разбанили за сколько-то. В принципе, мы сегодня, десятку. Надеюсь, мы быстро идем. Ну, вообще, вот так посмотреть, у нас 2,5 часа времени. Мы можем закрыть СЛК и сразу РС-ку, так что настраивайтесь, что мы прям без всякой параши все проходим. Ну, у меня сегодня на Синдре даже ботинки это зачарены, блядь, так что я должен убегать. Ура! Ну, это самое главное, это единственный приз, это же гимны и столько абсорба. Жука добейте, жука вернитесь, добейте, иначе комбат баф не будет. Добейте вон мобов, блядь, кто-то, уешните их. Сука, вот так вот. Жуков, да. Парни опять баф слетели. Надо рыбу поставить. Если бафнемся, все зайдут. Короче, я так думаю. Он реально где там зашел? Сейчас захожу, я комп перезагружал, блядь, клава забагалась, у меня какая-то хуйня постоянно печаталась, блядь. 2 секунды зайду. Уже логинишься.
Баг клавы, так и запишем. Да ебал, у меня просто, блядь, слэш, ебать, хуярит, ебать, по КД, блядь, в чат, блядь, везде, блядь, сворачиваю игру, блядь, тоже, блядь, что-нибудь, окно открываю, у меня хуйня какая-то, блядь. Пришлось уебать, по клавиатуре все прошло вроде. Че, вы рыбу сожрали уже? А она была? Ой, не знаю. Не было. Вот она. Дайте ассист кому-нибудь там, Зукле или этому, или Викторке. Пускай пригласит это сову. У него есть муник. А, класс, тебе класс. Надо же это самое, я и забыл. Я ж на сову. Я забыл, блядь. Ой, ебать. Готов. А ты ханта не офнул или он чё, ну? Он не в инсте у тебя? В инсте. Он офнутый или нет? Что-то я не могу понять. Офнутый. Он мне показывает просто, что не офнутый. Вот, баг просто. А, ну всё, присумонился нормально. Так, ну проверка и поехали. Притон. На счет три. Раз, два, три. Лужа, отходим, милики. Скоро будет зеленый. Фул ДПС по зеленому. И уже проф переводится, там 1/10. Все, доты доедят. Проф у стола будет еще. Так что там не бегайте. Вот здесь вот надо находиться. Короче, РДД немножко подальше станьте, вон там, где сова стоит. Я здесь по стене веду. Сейчас с профа пельмени вылетят через 2 секунды, готовьтесь. Мильки, потихоньку идем перед ебалом. Сейчас будет колба. Может и нет. Пока что-то не видать. Ладно, похуй. Лужа. Поставил колбу он там? А, вон они стоят. Надеюсь, вы не словили эту хуйню. Пускай, короче, пока так стоит. Сейчас будет красный. Следующая колба 15. Пельмени летят. Красного РДД. Вот здесь поставлю скоро, чтобы колбу скидывать. Красного фулл ДПС. Колба 3 секунды. Милики уже пошли все красного бить. Так, лужи. Слушай, выходите. Колбы сейчас поставил. Идем к зеленому. В колбах только не бегайте, милики. Бать, он медленно ходит. Вот вызов зеленого, сразу в него свич. Как зеленый выходит, сразу по зеленому, милики, бегайте. Про профа пока забывайте, тут колбы будут скоро. Все, уже увожу профа. Колбы 10. Лужа, смотрите, слушай, выходите. Так, где у вас там лужа? Захиливайте нормально. Это, готовьтесь отходить. Колба вот появилась, видите? Не стойте в ней, милики. Прием. Как нормально там у вас? Меткости. Этот, он реально резает в ососку. Так. Милики, пока бейте профа. Колба 10 секунд. Немножко буду отводить. Пельмени и лужи одновременно летят. Захиливайте мага. Велики пошли бить красного.
фулл ДПС по красному и сразу переводим босса. Колбы поставил, отходим отсюда. Уже иду к столу с боссом. Просто фулл ДПС по боссу. 5 секунд. 5 секунд, я сейчас скажу. Так, значит, диван будет давать Зукля. Вихторка СС на Зуклю. Зукля будет давать по Войду. Ну, в принципе, одного дивана нам там хватит. Отсюда от стола начинаем, в сторону квадрата двигаемся. Когда ставитесь, скажу. Так, подбегаем все к профу, готовимся ДПСить. Давайте Геру. Стоим перед ебалом, может быть колба. Не знаю, что-то пока не видать. ДПСим. Так, пельмени полетели. Не вижу, есть там колба, нет? Видать, он первый пропустил. Так, сейчас кинет лужу. Немножко пройдем от лужи, милики. Проходим, видите? Лужи надо немножко отойти. РДД немножко подальше, станьте ближе к центру. Чтобы пельмени до вас быстро не долетали. Колба одна секунда. Что-то забрал, да? Колба проводи. Зукля давай по Войду диван. Хотя, блять, зря мы это сделали. Там 5 лямов было всего. Ладно, похуй. Да все уже. Короче, частицу отменил. Скинь на вилаш уже сразу туда частицу. Пока диван искал. Проводи. Так, что у тебя там? 3 стака, да? Четвертом заберу и там добьем. Так, все, забираю. Так, РДшники там достаете, нет? Давайте немножко пробежим. Покушали пельмен. Лям, похуй, добивать уже как-нибудь. Сразу на совет бегите, там локи. Там шкаф поставьте, суманете. Сколько нету, да? Ух, какая вещь, ух. Нихера нет. Заебала вот эта хуйня. Это надо кому-то трупное кочнение? У кого-то бомжатские пушки есть, если? Я бы забрал. Кто? Два соска. А у тебя дона нету. Ну давай. Че, за сколько процентов? За 10? За 20? Ой, за 9? Я вообще не шарю в этом, если честно. Ну, блядь, какая у тебя пушка, Линкани? Короче, за 20 отдам, просто это параша бесполезная. А, игла? Параша. За 20 кп тебе. Завоеватель. Кому-то надо, нажимайте там. Это без гп идет, эта хуйня. Короче. Титикака, Айновен, Вихторка. Как если по... в приоритете пусть забирает, я так. Это я по достаточно. Фану нажал, мне не надо. Так. Короче, титикаки закидываю тогда. Покоритель. Вадикон и Вилаша. Кому из вас нужнее? И суманите там. Короче, Вадикону закину, а там смотрите уже. Так, ну можно было вот этого моба уже разъебать, я думаю. Что-то долгого. Чё, без меня не начинаете, что ли, трэш бить? Начинайте по пару мобов хотя бы. Вот это же время всё-таки. Иди, Вадикон, там лапку покидай. Не агрите там это самое. Как-то аккуратно надо. В тактика. Справа который. Ага. Все, его разъебываем. Следующий, который слева. Звезда и кружок там поставил.
Так. Ну и кружок давайте. Жмите что-то. Вот все. Так, теперь Вьюпсень законтролишь вот этого пидора, поставил звезду командира, чтобы он на нас не чаржился. Правую пачку будем бить. Петов осторожно не вызывайте, сейчас после тактика начнем. Вьюпсень, когда это, я грипну лейтенанта. От командира выбери сейчас уже в этот, чтобы кинуть ему оковы. Все, давай выбирай. Чтобы он до нас не добежал. Нормально, нормально. Фласку никто не берет, парень? Кровь? А хуй знает, она, если наверх поднимаешься, вроде как спадает. Я ее три раза уже взял. Так, дал не зыбку, что-то хильте. И башит что-то он, блядь. Лицо минус, да? Тут, блядь, моб кого-то хуярит. Вот этот рыцарь крови разъебывался. Давайте гнев небес. Разбить уже вот этого пидора, сейчас с него щит спал. А что-то меня хуярит, Войда не уроните. Настакали там кто-то залупы на мне. Все, давай уже грипаем гуся этого, короче. Ребят, вам быстрее добежать, чем мы тут мобов разъебем. Сейчас, погодите, не вставайте, сейчас мы их резним, не пульте. Это, сейчас ресните их. Потому что когда мобы вот эти сагренные, в портал не пускают. Три тела ресните. И с это... Или там время побольше давайте. Что-то, блядь, с огром хуёво. Сейчас реснут три тела, за которые лишь звездочку. Вы заходите уже направо сюда, по стеночке. Не стойте там в проходе в этом. Забегайте сюда. Все, давай этот оковы по звезде. Руслого хуярим. Так, ну ты на килисете, как обычно. Я на двоих. История на поле, что меня двоих спула. Так, немножко попейте там. Железный притон. Да забей на рыбу. Раз, два, три. Келеси-то не бейте. Стаунти его, забери. Так, дал не зыбку, на вихрь. Thank you.
Так. Ебать, у вас доп ДПС. Кинетики подбивайте, может, низко что-то висят. Сука, хотел кинетику притянуть. Подбивайте кинетики, тут там РДД. Потыкайте в нее. Там так, для справки, типа, то, что бьете пустые цели, это босс от этого не умирает. Типа, можете не бить. Может быть, проки откатятся у вас. Вот кинетику притянул, она не притягивается. Лучше, конечно, научиться келесе это бить, чтобы сверки с танка не забирать вам. Все, Валанера добиваем. Так, дал мне зыбку на вихре. Сейчас пока мобов этих три штуки не пуляйте, сейчас три шмотки раскидаю. Сначала закрою всю хуйню эту, блять. Сука, как бесит эта параша. ГП за ОД, блять. Да ёбаный в рот, блять. Так, это параша на распыл, да? Нет, там кому-то надо. БР танка, БР не танк. Я же говорил, не пуляйте, блять. Непонятно, да? Буква Ю. И контролить надо, блядь. Мобов этих. Сдохли три тела. Могли раскайтись, расконтролить. Распыл. Танковские перчатки, ну тоже параша. Если к кому-то только квест на шим делать, не знаю. Тоже рарнику на распыл закидывал. Если надо будет, у него заберете. Все, погнали дальше. Осколок там, да? Так. Забирай. Да сука, тварь, иди сюда, блядь. Стоит там. Вот мне стан дали, давайте, вот у Дев Небес. Фир кастаните, вот. В рыцаря хотя бы. Рыцаря забрал. Этому сало дал, блядь. Thank you.
подойти. Так, ну тут вы всю хуйню знаете, да? Значит, давайте две совы раскину, чтобы вы, если что, спокойствие дали. Давай примерно вот так. Так, Випсень, значит, на пуле, ну вот за 5 секунд до пула кидаешь на себя антифир. После первого фира, где-то там спустя минуту, наверное, у тебя уже откадешься, еще раз перед вторым фиром на себя дашь антифир. Надо будет дать диспел точечный по цели, которая бежит с тенями. Если у него своего фера нету, если там какой глыбы там нету или правского ярости персерка нету, то надо ему дать диспел, чтобы он не забежал в лужу, не сдох. На взлетке. Все свои прожимки прожимайте, эту всю хуйню вы знаете. Вары там шивы, блять. Чтоб все вары там, ну не дай бог кто-то с вас без макроса, без одевания пух, щита там играет. Железный ты где? Так, шаманы, знаете, как сделаем сейчас? Акису я уберу вот сюда. В принципе, нормально. Нет, давай вот так еще тогда. Так. Там более живучие челики. Вот. В первой пати, во второй пати, и в четвертой, и в пятой у вас есть шаманы. Все шаманы тотем трепета поставьте сейчас, чтобы был. Значит, на первой взлетке. Железный, ты где? Там заходит, нет? Что-то не могу вкурить. Короче, я не вижу его, где он. На первой взлетке Т4 я Вилаша даешь. И... Короче, так проживаем. А на второй взлетке добавляем я Т4, Айновен, Массакру и Випсень. Гимн на ХП будешь давать. На первой взлетке, короче, еще Вадикон и этот... Реально сдадите спокойствие на третью-четвертую пати. Ну а те, не знаю, там Призан и ИСА 2 НХ. Можете через себя цепуху покастануть 2-3 раза на вихре, чтобы получше хилам помочь. Все, проверка. И маз дать на первом взлете? Да, давай ма добавишь. Потому что массакра посильнее будет. Так, давай. На втором. Так, Малефицист и Рарник. Так, на пулы на Войда первые. Там вот не нажимаем. На счет 3 начинаем. Раз, два, три. Я вам там метки никакие не ставил. Вы имейте в виду, там от хилов отбегайте, там от эрдру, от пала на взлетке, чтобы они не подохли. То есть ренджу добирайте хорошенько, это самое важное. Важнее, чем по ДПС. Тени, секунду, смотрим. Монахиня. Факт, сбегайтесь. Угу. Секунда тени, смотрим на ком. Синтек. Ну а сейчас
артефакт, сбегайтесь. Я понял. У нас укуса нет. Ну. Че, без укуса убьем? Я даже не знаю, нахуй, убьем, нет. Давай попробуем, ну убейте ее для начала. Потом он реально реснешь. Ну, без укуса я хуй знает. Не, в пизду, давайте не будем. Пошли в лужу. Монахиня, что у тебя там такое? Ты тут? Падайте. Давайте диван кому-то. Только отойдите в центр, чтобы не согреть. Да, я навела на Лука, но не прожималась. Далеко, видимо, да. Надо вплотную подходить. Первый раз ГП буду начислять. Тебе полтинничек. Как ты укус еще словила? Неужели агрос только много у Лока? Там 10 секунд дается на укус. Не прослакайте в следующий раз. Смотрите внимательнее с этим. Надо смотреть, минута на вас баф висит укуса. Уже готовится знать, кого укусить. Надо смотреть, где он стоит. Подойти к нему вплотную. Вплотную прям встать моделька в модельку. Если вдруг по какой-то причине не прожимается, может у этого человека боб, бабл или еще какая-нибудь хуйня, то тогда выбирайте другую цель, стоящую рядом, и кусайте. На это все дается 10 секунд. Если этого не сделать, то ну в Гере точно не убить. Тут я не знаю, ну можно было попробовать, но нахуй это надо. Там еще бы поотваливались на второй взлетке кто-нибудь, и все, и пиздец. Короче, я так думаю, давайте шкаф там, если кто-то тело покинул, суманем их. Сейчас Лану убьем и перекурим 5 минут.